фастфуд с какими-то бумажками. Ты прекрасно знаешь, как сложно строить бизнес. В этой ситуации конкретно получилось, что не все сразу получилось, но я не из тех людей, которые не доводят дело до конца. И я, по сути, в этой жизни одна. Ну, реально, у меня нет мужчины. Себя я сделала сама, карьеру строю сама. И когда в сложную ситуацию ты приходишь мне носом, просто тыкаешь и говоришь, что тут херня полная. Мне, конечно, обидно, потому что не все сразу получилось, как я хотела. Да, мы, у нас сейчас сложности. Но мы сейчас выстраиваем заново бизнес, который сейчас я полностью контролирую вместе со своей вот этой...